просто не на свете. А просто, просто жена, полагает себя. Алёнушка, ты скоро? Уже есть охота. Алёш, тебе что, разорваться? Поставь воду и брось косички. Опять сосиски, да? А что, тебе чеснока жарится? Я, между прочим, тоже сегодня еще не ела. Алёна! Алло! Алёш, ты что, с ума сошёл? Что? Ты что такое? А где? Дурачок. Это тебе. Спасибо. Садись. Ну ты чего? Ничего. Не, вы посмотрите, а? Все сам. Что у нас за праздник такой сегодня? Ай. Ну чего, огурец свежий? Я еще умру. Старый рынка. А это? Видали? Это что, пиво? Пиво. Неужели можно? Можно, можно. Говорят, если корову поить пивом, удои повышаются в 2 раза. Вот они, резервы животноводства. Спасибо. Ой, пиво. Ой, Алёш. Да тут башка, как телефонная станция, уже скоро станет.
меня завтра начальство. Ты правильно, между прочим, сделаешь, потому что я ничего не успеваю. Но это же никому не интересно. Мои дела у нас почему-то никого не интересуют. Вот! 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 Начиталось вот этих брошюрок. После родовой психоз нервы. Да выкинуть их вон, эти брошюрки. Пусть бы она лучше здесь посидела, твоя мама, чем нас брошюрками пичкать. Да помогла бы. Так, про мою маму ни слова. Давай пойдите со своей мамой с этой психи. Черт, а! Так. Ну что, ну убили тебя, что ли, обидели? Так не трогай меня! Да что за идиотизм такой, ну другой бы на моем месте, там бы сейчас я врезал бы! Да, давай, хватит тебя, давай, врежь! Да я врежу сейчас! Даже переночевать не знали где, ведь все шло нормально. А почему? А теперь? Ну? Так. Алеш, я ухожу. Я ведь все решила, не надо мне только ничего говорить. Просто помоги мне собрать вещи, я уйду и... все. Ну давай.